с бачка СПБ заходит на своих соперников. Заходит Апачи, на нем висит Лотус Орб, но ответ... Пак получает Хекс, вроде как неплохо драка начинается, запрыгивает Доргис Дот, начинает наваливать, но дэмэджа совершенно нету, проседает Queen of Pain, БКБ нажал, убегает как можно дальше, Апатия пошел драться, Апатию закрывает в спрутах, нужно как-то хлопануть, Мейден ставит неплохой Dreams Coil, погибает в секунде, ВК просто разваливается одного крита, а также у нас погибла Квапа, которая сделала байбек, Апатия продолжает наваливать, Сатаник прожал, продолжает драться, тут еще один Хекс. Больно Фуриону, Фурион закрывается в спрутах, пытается жить, вовремя залетает Пак, дает полный прокаст. Это минус Фурион, который делает байбек, Апатия до сих пор живой, там Сатаник будет через 10 секунд, надо как-то прожить. Максюша стан получил, больно Сайленсер нажимает, Госкептер выживает, это минус 3 в исполнении СПБ, ну там было куча байбеков. В конце концов, минус 4 также парни делают, Пак уходит на лоу хп и нужно смотреть Файн 3 кап обязательно.